Молодец, красавчик. Да, Ёпай за шутку. Румынский разведчик, это как сербский Порш, да? Дорогие китайские часы. Я-то думал, Войк, ты наивный чукотский парень, а ты молодец. Красавчик, чё, не забывай добавлять. Вообще, вот красавчик, просто неимоверно. Все смотрели видео, гопник хочет побить спортсмена. А чё там? А чё там, ну ё-моё, вы нубы. Там, короче, гопник хочет побить спортсмена. Ну если... Охуенно, наверное. Да. А у него пистолет есть или нет? Для Алисы специально. У него розочка. Да, есть пистолет. Ну если пистолет... Всем привет, ребята. Здорово! Как дела? Это кто? Давно не виделись. Специально для нубов. Специально для нубов скидываю в общалку, как раз после моего стихотворения, видос «Гоп не хочет побить спортсмена». Смотрим все. Подожди, подожди, не надо. Не надо, я только отошел от твоего стихотворения. А я это видел. Да какая разница, видел, не видел, смотрим, ё-моё. Кстати, вы знали, что еще был этот Санчайна? Вау, правда, серьезно? Да ты что? Вот это поворот! Салам алейкум! Тыкните на портал. Как зовут? Куда идешь? На тренировки, на дзюдо. А, да ну, спортсмен что ли, красавчик. Давай-давай, задерживать не буду тогда. Спортсмен. Че, как тренировки? Да устал что-то. Сегодня первый день. Да ну нафиг, я что, первый день что ли? Ну да. До этого 7 лет кикбоксингом занимался. А, да ну, красавчик, спортсмен. Да. А чё бросил? Да у меня 5 сотрясений, сейчас драться нельзя. Да ну нафиг, чё, драться нельзя что ли? Нельзя, ну вот поэтому я ствол таскаю. Молодец, красавчик, чё. А ты чё, сам спортом занимаешься? Ну да, вот видишь же, приседания делаю, туда-сюда. Сел, встал. Давай, удачи, а набрусь, я пойду. Ладно. Ладно. Сары, иди сюда. Завтра, чтоб все на кикбоксинг пошли. А я против. А я нет. Войт. Чё? Где рифма РТ и возмут? А тебя это не интересует никого сейчас. Что ты мне хочешь сказать? Ну потому что... Просто царь пишет стихи, он это профессионал. Профессионал? Ты да. Профессионал? Ну, да ты немножко. Напиши мне стих. Ты оригинал-то хоть знаешь? Тебе стих написать? Хорошо. Нет, да. Оригинал стиха, по которому я... Не спросил. Буду больше целовать твои я зубы и пальцем теребить в твоей манге. Я буду ночью красить дома трубы и приготовлю завтрак на плите. Спасибо. Кикните его с рейдом. У меня есть лучше. Хочется, ах, как хочется, к теплой жопе прижаться щекой. Под подъездом девочка мочится. Молодец. Чужие стихи я тоже... Так я ж не говорю, что это мой, блядь, стих. А, не, ну тогда ладно, прости. Просто я свой прочитал, и думал, ты мне такую ответочку. Своим, а ты не своим. Ну ладно, нормально. Ты молодец. Все хорошо. И я молодец. Мы все молодцы. Напиши стихи. Тебя вылечат, да? Ладно, я предлагаю вам побить трэш, если вам скучно. Почему-то вы стоите без дела. Подожди. Вы тоже додумайте, что... В смысле, что? Я стих посвятил человеку, а ты... Давай. Будь человек. Чё, давай. Ну, можно рассказать? Рассказывай. Люблю тебя и день, и ночь, я мысли отгоняю прочь, тебя однажды потерять, тебя кому-нибудь отдать, не видеть глаз твоих красивых и губ так сладостно ревнивых, как страшно было бы хоть чуть-чуть тебя однажды отживу. Я лишь одной тобой, ты стала всей моей душой, и для меня отныне впредь с тобой разлука, словно смерть. И смысл жизни мне даешь, и верю в то, что ты не врешь. Я сердцем пламенно горю. Прошу тебя, скажи, люблю. Все, сейчас царь на скорой уедет. Я это где-то слышала. Я сейчас брызг тебе в штаны. Ты могла это слышать, знаешь, что, где? Вообще. Во тьме ночной при свете дня злу не укрыться от меня. Пусть злые мысли в ком царят, боитесь света фонаря.
просто похожи по этому, по ритму. Вот. Сафари, ты бухой, не? Интересно, как? Не, я нормальный. Нормальный. А что ты понял, куда ты бухой? Мне коронку ставили. Не, я не понимаю, в нашем современном обществе люди удивляются, почему люди читают стихи, некоторые даже наизусть. Что в этом удивительного, я не понимаю. Почему люди вообще читают его? Почему читают? Вот видите его. Ну, читаешь? Быстрее. Ты что, больной? Просто не каждый человек живет в пещере, наверное, выходит иногда. Царю повезло. В смысле, что такое? Выйти из пещеры. Что, ты не живешь в пещере? А, ну да. Ну я вот три каста сбил уже в магов. Лучше бы ты агро забрал с меня. Какой там умник написал, что сейчас кубы не прожмут? Я ему так... Не прожали? Тогда... Сука, не прожали последний куб. А. Ну все, понятно. Я думал, в нашем рейде. Не-не, я же говорю, сейчас... Я же хотел ему голову прожать, я думаю, умник. Махтеридона. Войд! Войд! Че? А ты хорошо умеешь стихи читать? Ну, получше тебя. Ну, замечательно. Короче, смотри. Подожди, это хорошо, мне нужен такой человек. У меня есть, короче, матерная поэма. Вот, там, короче, несколько персонажей. Вот мне еще один... У меня, короче, дружане есть, который со мной будет озвучивать. И мне нужен еще один человек, который будет помогать. Это что, рэп опять читать? Да никакой не рэп, это все очень... Чувак, это рэпчик. Кого? Не, никакого рэпа. Кого кикнули, повтори. Алло. Раз, два, три. Говорю, что за обнова на 1 гиг? А, не знаю, качай. А то у нас тут челик. Так, пойду купы расставлю пока. В смысле, у меня к тебе вопрос серьезно, а ты про кубы. Ты вообще нормально. На видео видишь, он по-итальянски уходит от разговора. Я бы сказал по-цыгански. Задом, что ли? На лошадях, что ли? Или старый? Без лошадей и с медведей. После же затруа, блядь. Нет, не буду, Алис. Кто там вздыхает постоянно? Уолтер, ты где? Иди сюда. Что вы там делаете? Пачка трешевая. Трэш бьём. Потом гладиолус. Панк танка. Сходу. Вот так пацана взяли в рейд и сразу в танк. Да я шрек не в танк, а сейчас я убью эту хрень. Вот так у меня фулл рейд, не в ким стоять. Я ж просил, оставь одну лес. Да, ну долго это все. Почему меня просят писать рэп? Зачем? Нет, не надо. Так, вы подбегаете с трэшем к входу к боссу. И уже надо людей на кубы. Да, веду. Я и куб просто. Ты мне тогда ЕП начистишь за то, что это тяжело? Ты ЕП не начистил за прошлые кубы. Обманщик. Можно я сегодня подамажу, и я хочу сегодня попробовать. Я не против, если никто не захочет, я... Чуланчик, поставь рыбку, пожалуйста. Да. Чуланчик.
вопрос от обычки. Чем отличается? Нажимай, как? То есть каз появляется, и я также жму. То же самое. Там только не во время каста, а после каста. То есть каз закончился, и только после этого я нажимаю. Ты нажимаешь, и идет каз. Больше ничего не нажимай, просто держи, чтобы каз... Ну, в обычке это все просто. Я делал это много раз. Заберите 4 танка, блять, в пати, заберите с турбомапа. А если мы пали смертью храбрых с турбо, что делать?
Нормально, нормально. Я как и вы, тут нормально все. А тот, кто на кубах, дамажит босс? Один хил пока. А я смотрю на исцеление. Там шаман еще один к дает. Вроде нет. Перепазывает. Боссу стопнули? Чё вы тупите? Алиса, держи сама босса. Ребята, танки, заберите агро с меня, пожалуйста. Отходим к воротам все. Ну, босс. Босс. Воротам все.
Он, короче, сдох в луже, потом встал и опять сдох в луже. Иди. Можно второй гер павшим дать, много падало. Я уже давал на Эвинар. Сори. Ни одного ретрика. Ну а чё они тогда? У них должно нормально ман. Чуваки начали пахать. Поставьте порт, пожалуйста. Это за ХП, за ХП его или за просто? Ну, я на это, на холи. Ну ладно, у меня в принципе там чуть похуже с ЭБК. Сейчас подойду. Маго, этот плащ как раз то, что надо. А я следующую паролю. Смени лут, чулан просит. Открой свое сердце свету. Там по дороге травичку решил пособирать, походу.
Короче, в плейс треки скинула. Первый трек называется «Анальные шарики». Алиса тебе рано еще об этом читать. «Анальные шарики», «Пора худеть», «Сосите сквад», «Шарики черепахи», «Шарик черепахи», «Беата», «Дисна Олега». Что за «Дисна Олега»? «Конь Хавирай лучше», что? Да уж. Это не твои стихи. Да нет, у меня есть и в этом плане. Алиса говорит, это не мой жанр. Я такой прочитал, как в смысле не твой жанр? Ты пану ГП начислил? Тык, шкаф. Окей, я тебя захилю. Че, где-то собираетесь сегодня в 10 опыте? Редко. Чего-то потому что, блядь. Я предупреждал. Я уже долго не играю. Void. Поможешь потом с третьей катой? Я добил кристалла. У меня времени не было после игры. Да нет, там же испытание крестоносца. Может, погнали после него? Ну, чтобы не задерживались. Могу. Войд, в воскресенье я зул потанчить могу. В 15.00? Подожди. Так, у меня в 15.00 какие-то процедуры в больнице есть? Тык, 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 на сумон, тык. Думаю, в 15.00 я выйду дом. Зачем он здесь парит? Пусть рейд лайкает. Войд, а ты за замену начистишь или нет?
Я на нем вешу, не переживаю. Войд, можно так тост для ньюфагов? Нет, это Фаф, нет. Не-не, это другое. Паладин и каску повара. Или что там происходит у нас? Один паладин? Один, да. Я могу дать, если будешь кричать на раздать всем каски. Секунду, еще бафаю. Так было же на 10%. Да, готово.
слова здесь излишни. Не участвовал бы чуть не был. Хиглер активен. Микстурка вылетел, заменяйте. Миленький, бейте тоже. Нету дебафа на нем, здравствуйте. Нету дебафа. Читаю. Ну, батя прочитал просто. Приехали. Пошли.
Я уже... Я знаю. Пытался добить. Его хилите, уйдите от него. Тридцать пять секунд еще не бить. У него сейчас локовские будут, поэтому, по-моему. Да. Ну да, мне 245, да и полых чуть-чуть РББ собрать. Стоит ли Бэтмен поднять Мьёльнир?
Жрецов убивайте сначала. Еще желательно им касты кикать. Тебе надо просто стоять и хилить. Ничего тебе делать не надо. О, все. 2000 ГП. Фафнирский, ты слышишь меня? Все молчат в Дискорде. Может, я никого не слышу? Слышно, тебя слышно. Короче, стой, вот Грул стоит перед тобой, вот пополам подели комнату, и вот на левой стороне комнаты стой. Ага, понимаю. Будут появляться из пола, вылезать руки, такие две руки, и потом схлопываться через 6 секунд. Их будут закрывать танки и... ДДР, ДД. Кто-то может. Но ты должен после следующей точки кидать. Так, давай еще раз. Поставьте джипса, пожалуйста. Еще раз тактику. Просто стоишь, вот, перед тобой Грул, стоишь вот слева, где вот я сейчас стою, вот здесь вот, слева, то есть не справа, видишь, там такая решетка стоит, справа, огненная. Вот, оттуда пойдет огонь, который ваншотит от всех. Но там стоять не надо. Стоишь с левой стороны, и щиточек кидаешь, и все. Кайф. Кайф. Сзади позакрываю. Да. Но я не думаю, что я смогу анонсить со всех четырех сторон, но я Ты сможешь, верь в себя. Ты сильный. Ну,
Руки закрыли. К треугольнику подойдите, один РДД. Любой. Шамах, появится рука, там закроешь. Вон рука спереди. А, отлично. Чулан, ты лучше. Че, одевать пропал тебе РЛС? Че ты не РЛС-то? Людей заставляешь. Готовьтесь руки закрывать. Под боссом закройте, пожалуйста. Под боссом. Руки. Еще одни под боссом. Молодцы. Шамал в печке сдох. Он... Нет. Вот теперь я мертвый, могу анонсить спокойно. В квадрате закройте руку. Валтер, если на тебе уже висит дебаф, значит не нужно вставать в руку. Извини. Квадрате закройте, картео закрой. Все, отлично. Выйдите оттуда. Турбо закрыл. Печка в треугольнике пропала. Там тоже будут руки. РДД. В звезду одну закройте. В звезде не закрыли звезду. В звезде не закрыли. Ну, пацаны. Да. У меня два появилось. Тут ближе и там на звезде. Я говорил уже, звезду закройте. Квадрат закрываем. И в звезде. РДД, поднимите глаза свои. Квадрат закройте. Дайте там что-нибудь, стамину, каску, то хп вообще нет. Квадрат и кружок. Еще пара рук будет. Одни руки. Нет, даже без рук. Добивайте босса. Ну где же ручки? Поясните, пожалуйста. У меня уже достаточно таких предметов. Какая красивая моделька. Самая боссная дрянь, которую я только знаю. А, да? А, без ГП? Какая? Спасибо. Детектор. А лучше конденсатора или нет? Спорно очень. Ну да, короче, надеюсь, ТД больше даст. Когда три в рейде, тогда она хорошая. У трех человек. Когда одна, на хуйня. У меня она была.
Может, перед рейдом смотреть, у кого есть детектор, и надевать? Не-не-не, не надо пока. О, спасибо. Гц, 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 ура! Я бы 150 дал шарпы.